птиц, чтобы добраться до корма, надо будет вот на эту площадку вставать обязательно. Ловили хоть раз на такой западок? Сейчас я буду проводить эксперимент. Насыпал семян. Сейчас поставлю камеру. Посмотрим вообще на него. Будут ловиться зерноядные или нет. Принцип такой. Птичка садится сюда и закрывается. Как можно видеть, первыми прилетела чечетка и снегирь. Но они не особо заинтересовались семечками. Хотя семечки для них это очень вкусное лакомство зимой. Чечетки вообще поедают лед и не обращают внимания на семечки. Снегири что-то там полазили. Говорят, лен вкуснее, начали его тоже хавать. Даже он дерутся. Обратите внимание, как большая синица прыгнула на площадку с семечками. Но механизм так и не сработал. И она благополучно улетела. Посмотрите, как чечетки и снегири обожают лен. На семечки вообще не обращают никакого внимания. Опять прилетела эта наглая и хитрая синица, которая утащила уже семечки. Сейчас посмотрим, что она будет делать дальше. И опять механизм не сработал. Птица взяла семечку и улетела благополучно. Потом еще один раз. И вот она прилетела опять. В этот раз хлопушка захлопнулась. Механизм сработал, и птичка оказалась в клетке. Как мы видим, поймалась только синица. Это сколько раз она сюда залетала. Другие птицы даже не садятся на нее. Сейчас синицу мы отпускаем. Вывод. Что попало. Если кто ловил на такую клетку, напишите, каких птиц вы ловили. Птиц, чтобы добраться до корма, надо будет вот на эту площадку вставать обязательно. Здесь я и так на самом краешке делал.